Йоу! Очень просто. С вами снова я, Виталий Татаринов, в замечательном настроении и в радостном расположении духа. И снова у нас в гостях Авелина и Соня со своей необычной подружкой Евой. Ее зовут Ева, и это наш живой будильник. Вот, она очень интересным способом нас будет. Она запрыгивает на кровать и начинает нас облизывать. А когда мы прячемся под одеяло, эта штучка залазит под него. И там начинает нас опять лысикать, вот. И тогда нам уже не до сна, мы встаем, и она ложится на наше место, вот. Когда она ложится на наше место, она ложится на спинку, головой она как человек ложится на подушку и ждет, пока мы ее укроем. А помнишь, как мы в школе открываем учебник, и там корм лежит, как она нас в школу собирала? Да, потом наши одноклассники спрашивают: а кто это вас так собирает с кормом? В общем, она вот за вами присматривает, да? Да, обеды нам в школу тянет. Она очень любит фрукты. Она с нами за стол садится, она с вилки аккуратно берет. С ложки да, кушает. Кушает с нами. Хорошо. Это то, что она любит фрукты, это замечательный повод для того, чтобы приготовить какой-нибудь новый свежий фреш. Да. И я так понимаю, готовить мы будем ее сегодня в компании вместе с Евой, да? Евой, да. Ну что же, приступим к приготовлению. Не возражаете? Нет. Поехали. Итак, приступаем к приготовлению. Что у нас сегодня входит в состав нашего волшебного фреша? А входит у нас киви. Помогайте, девчонки. Что у нас еще? Морковка. Яблочко зеленое. Яблочко не зеленое. Красное яблочко. Апельсин, вижу. Апельсин. Мандарин. Граната. Морковка, куда же без нее? Граната, не граната, а гранат. Гранат. Граната там другая. Граната. Но тем не менее, ну что же, поехали, включаю. 1, 2, 3, поехали. Итак, бросаем для начала что, киви? Да. Поехали, давим сок. Так, Велина, твой ход. Потом начнем с апельсина. Продолжим, поехали. Красота. Красота. Продолжим с яблочком. Действуем. Опа. И второй фрешик готов. И вот третий. Поехали. Теперь третий для вас. Пошел. Яблочный у вас будет это. А. Все подряд достали. Третий фреш готов. Достаточно. Вот такой волшебный сачок у нас появился. Ну, сейчас Ева, я вижу, оживилась уже. Вы ее кормите иногда. А я хочу вам сказать, друзья мои, что у нас сок получился на любой вкус. И любят его и взрослые, и дети, и даже домашние питомцы. Видите, как облизывают с удовольствием. На здоровье. На здоровье, друзья мои. Прекрасный напиток. Получаем удовольствие от жизни. У нас есть одна интересная история. Мы взяли щенка для бабушки из приюта. Он очень рыжий, похож на лисичку. В честь этого мы его назвали Рыжиком. И летом к бабушке во двор забежала чужая злая собака бойцовской породы и сильно покусала Рыжику лапу. Так как родителей не было дома, мы поехали с соседом в ветеринарную клинику, и врачи сказали: или усыпить, или отрезать полностью лапу, или сделать очень дорогостоящую операцию, которая, ну, не факт, что приживется, и он будет ходить, наступать на эту лапу. Я очень была расстроена, я пришла домой, и мы решили с бабушкой, мы поразговаривали и решили, что мы просто будем обрабатывать лапу, делать перевязки. И так продолжалось примерно 3 месяца, так как это было летом, а сейчас вот уже зима. Примерно 3 месяца прошло, и лапа восстановилась, и она работает, как и раньше. Он очень весело нас со школы встречает, прыгает, бегает, гуляет, так же самое. И вот такая вот хорошая история. Да, история, я бы сказал, даже сказочная. Я хочу вам напомнить, друзья мои, что много животных содержится в приютах. Они ждут вашего внимания, вашей ласки, опеки, заботы. И поверьте мне, друзья мои, вы не пожалеете, если вы возьмете из приюта к себе кошку или собаку. Вы на всю жизнь обретете себе верного,
прекрасного, замечательного друга, который во сто крат вам отплатит любовью, заботой, лаской. Так что заботьтесь о братьях наших меньших, друзья мои. И будет вам счастье. Я хотела вам вопрос задать. Да. А у вас есть домашние питомцы? Ну, в детстве, примерно в вашем возрасте, да, у меня была дома кошка. Интересная такая, черного окраса, с белыми лапками, с белой манишкой, галстуком. Я ее часто брал с собой, везде таскал ее с собой. И на пляж летом, ну, правда, загорать она не любила, потому что черный цвет притягивает солнечные лучи, да, она этого боялась. А так везде, на всякие пикники, на футбол, на баскетбол, я когда занимался баскетболом, я даже с собой умудрялся брать на тренировки. Сейчас не держу домашних животных, потому что часто бываю в разъездах, а вы же сами понимаете, что взять домой питомца – это же ответственность. Мы ответственны за того, кого приручили. Конечно. И так как Фрэш у нас сегодня носит летние оттенки, потому что он всегда переносит нас в лето, правильно, свежевыжатый сачок. Поэтому и песенку мы сегодня споем. Какую? Летнюю. Солнечная троянда. Так? Да. Спеваем его разом. Солнечная троянда. Но ты такая одна. Очень просто. До новых встреч, друзья мои. Пока!